Всем привет! Вы смотрите канал Денсенко Анастасия. Сегодня я хочу вам рассказать про кислородный бальзам. Вот такой вот есть в компании Faberlic кислородный бальзам. Я делала на него уже отдельный ролик, и он был такого рекламного характера. А сегодня я хочу вам рассказать про вот это вот средство, но уже вот такое вот более подробное, более жизненное, дать информацию более жизненную по нему. Вообще, я считаю, что есть определенные продукты в компании Faberlic, которые должны быть в каждом доме, да, в каждой семье. И вот этот вот продукт, вот это вот средство, вот этот бальзам, он должен быть в каждой семье, в каждом доме. Потому что у него есть разные направленности, по которым он работает, и пригодится каждому члену семьи. А вообще, кислородный бальзам, он работает по двум направлениям. Первое направление, медицинское у него направление, да, он решает проблему ожогов, порезов, какие-то раны, ссадины и так далее. И второе, у него есть косметическая направленность. То есть вы можете нанести этот бальзам тонким слоем на предварительно очищенную кожу лица под любой свой крем или маску. Он усиливает действие маски или крема. К тому же он еще стимулирует синтез коллагена и эластина. Вот кто пользовался этим кислородным бальзамом, да, вот именно в косметических целях, говорят, что кожа лица становится очень хорошего такого качества, очень хороший, очень ровный, гладкий, выравнивается цвет лица, тургор кожи становится более таким вот упругим, плотным, подтягивается лицо, то есть очень имеет такой вот хороший положительный косметический эффект. Очень многие знают, что компания Faberlic — это кислородная косметика номер один в мире, да, это компания, которая производит кислородную косметику. И что такое кислородная косметика, да? А многие себе представляют, что если это кислородная косметика, значит, там содержится кислород, которым мы дышим в косметике. Но нельзя в каком-то косметическом средстве заложить туда кислород, потому что, ну, это тот компонент, который улетучивается. И что значит кислородная косметика? Компания Faberlic – это единственная компания, в которой есть патент на так называемый перфторуглерод. Это компонент, который применяется в медицинских целях, и его косметическое название, то есть перфторуглерод, у него медицинское название, и Новафтем — его косметическое название. Что этот компонент делает? Он проносит кислород, тот молекулярный кислород, который мы дышим, в более глубокие слои кожи. То есть это такой транспортер, который находится в каждом средстве, косметическом средстве. Вот если брать по аналогии с кремом, мы наносим крем на лицо, в котором находится вот этот перфторуглерод, Новафтем. И вот этот вот Новафтем, он как транспортер берет тот кислород, которым мы дышим, да, и вместе с питательными веществами проносит в глубокие слои кожи каждой клеточки. И таким образом клетка нормально функционирует. Вообще все окислительные процессы и вообще многие процессы, они в клетках протекают только при достаточном количестве кислорода, нормально, так как они должны протекать. Но так как этого кислорода нам не хватает, поэтому вот такая вот кислородная косметика, она является очень хорошим помощником нашей кожи. Для того, чтобы ее поддерживать в таком вот молодом, здоровом состоянии. А вот у компании Faberlic есть патент на использование вот этого перфторуглерода в косметических целях. И очень большой процент содержания этого перфторуглерода как раз есть в этом кислородном бальзаме. Первый, как я его применяю, я его использую утром, использовала, потому что я сейчас пользуюсь BB-кремом, мне наконец-то пришел BB-крем, и поэтому его нельзя, ну не то, что нельзя, его не нужно наносить на какое-то средство, потому что он скатывается. Но мне так сказали, я не экспериментировала, не пробовала, но говорят, что так оно и есть. Если вы наносите какой-то свой дневной крем, а сверху BB-крем, то BB-крем этот начинает скатываться. Поэтому я не наносила кислородный бальзам, потом, возможно, я попробую как-то и, ну, может быть, скажу вам, когда буду готовить видеоролик о BB-креме, можно ли наносить кислородный бальзам под BB-крем. Но вообще, как я делала, когда не пользовалась BB-кремом, я брала, утром очищала лицо, да, как обычно я делаю, умываюсь, наношу кислородный бальзам, жду, пока он высохнет, а потом уже наношу свой обычный дневной крем. Таким образом я усиливаю действие своего дневного крема. А вообще, что из себя представляет кислородный бальзам? Это жидкость вот такого вот голубого полупрозрачного цвета. Она такая гелеобразная, очень хорошо впитывается. Обязательно нужно тюбик держать плотно закрытым, потому что средство может вспениться за счет того, что там
содержится как раз вот этот вот компонент NovaFTM, который вбирает в себя кислород. Если в открытом состоянии будет находиться кислородный бальзам, то он вспенится. Наберет в себя вот этот вот кислород и как, будет как мусс, как воздушная такая масса. Поэтому держим плотно закрытым. Представляет себе такую вот светло-голубую, полупрозрачную гелевую массу вот эту вот, да, гель. И наносите его на лицо, оставляете там в течение 50 минут, пока сохнет, и наносите свой дневной крем. Таким образом он усиливает действие всех кремов, которые вы наносите. Как им еще можно пользоваться? Его можно нанести под маску. Также почистили, проскрабили лицо, нанесли кислородный бальзам и сверху нанесли маску. И потом смываете через какое-то время. Плюс еще ко всему у него такое является свойство, как синтез коллагена и эластина. То есть со временем у нас обвисает лицо, становится не такое эластичное, коллаген теряется у нас, и поэтому происходит обвисание. Он стимулирует синтез как раз того, что нам нужно с возрастом. И как я его использую в медицинских целях? Почему я сказала, что его нужно купить в каждую семью? Почему он должен быть в каждой семье? В том числе его можно применять деткам, да? Сейчас как раз начинается дачный сезон. Мы часто уезжаем на дачи. Да, у нас есть какие-то там аптечки, да? Скорее всего, на каждой даче есть аптечка, там йод, зеленка, бинты какие-то. И считаю, что вот этот кислородный бальзам, он тоже должен быть в этой аптечке. Почему? И как я им пользуюсь? И в том числе на даче и не на даче. То есть его можно и на дачу с собой взять, и дома держать. И у меня многие, я знаю, так и делают. Они покупают один тюбик, у них находится дома, один тюбик у них находится на даче. Например, вы пошли на пляж и обгорели, да? Кто-то любит загорать, кто-то, особенно в первые дни, не контролирует вот этот процесс, да, сколько находится на пляжу, и в итоге обгорает. Берете, наносите тонким слоем и периодически обновляете этот слой. Ожогов у вас не будет на следующий день. То есть очень хорошо вот это вот снимает солнечные ожоги. Второе его применение, как я его применяю. Например, вскакивает какой-то прыщик. Прыщик такой хороший, такой красный, воспалительный такой элемент, когда на лице вскакивает. Берете, я на ночь обычно наношу толстым слоем. Не тоненьким слоем я наношу, а толстым слоем. Прям беру и такую капельку кислородного бальзама оставляю на этом прыщике. И ложусь спать. Ну, кто спит, конечно, на боку, либо там на животе, он может смазать его. Но стараюсь спать на спине в этот момент. Прыщик очень хорошо подсушивается, подсыхает, и вот это вот воспаление, оно снимается, нет такой вот красноты. Это вот второе его применение, мое второе применение в медицинских целях. Потом ожоги. Как я уже сказала, есть ожоги на солнце, да, есть какие-то термические ожоги, вы обожглись там об сковородку, там, когда готовили что-то, жир капнул, тоже берете и наносите. Наносите, тонким слоем оставляете. Я, конечно, не имею в виду ожоги, которые такие очень сильные, там и третьей степени, и четвертой степени, когда вы обварили, там ошпарили пол ноги, но в качестве вот такой вот первой помощи, когда нету ничего под рукой, прям наносить нужно толстым слоем. Здесь содержится еще пантенол. Вот за счет того, что там пантенол, он обладает таким дополнительным ранозаживляющим действием. И еще его одно такое хорошее средство – это порезы. Как я его применяю? Порезы. Порезались ли вы ножом, либо вас окорябала кошка. И что интересно, когда вы на порез наносите вот этот кислородный бальзам, то через какое-то время вот этот порез, он как бы затягивается и появляется такая белая белесая пленочка. Вот испытано прямо на себе. И четвертый способ применения этого бальзама, как применяю его я, обычно, когда уезжаешь на дачу, где очень близко вода, там есть комары, да, злые вредные насекомые есть комары, после которых остаются укусы, и очень хорошо вот этот бальзам снимает зуд с укусов. То есть берете, наносите точечно на вот эти вот покусанные насекомые, очень хорошо снимает зуд, и потом это все не чешется. Единственное, первое время чесать вообще не надо. Берете, принимаете душ после укусов на насекомых, и потом точечно начинаете втирать каждый укус. Очень хорошо снимает вот этот зуд. То, что я вам перечислила, это не все те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни или нет, может решить вот этот кислородный бальзам. У меня есть такая распечаточка, где написано, как его еще можно использовать. И, насколько знаю, его используют и при геморрое, и если есть какие-то проблемы с зубами, с деснами, его тоже используют. Я потом скопирую вот эту вот часть текста и размещу в инфобоксе к этому видео, где вы сможете посмотреть, в каких целях его можно еще применять. Его спектр огромный. Его можно и в гинекологии, и в хирургии применять. Кстати, вот я еще не сказала про него такой вот очень важный момент. У меня мама
была после операции. Сначала швы обрабатываются йодом для того, чтобы подсох вот этот шов, а потом мазали вот этим вот кислородным бальзамом. И у нее, во-первых, зарубцевалась очень хорошо ткань, вот этот вот разрез зарубцевался, и нету такого явного рубца, да, нету вот такого явного следа от разреза. И второе, что его такое вот свойство мне понравилось, с ним быстро раны заживляются. И, девчонки, сейчас все, кто смотрит это видео, все, кто посмотрел это видео, обязательно в комментариях напишите, и у меня просьба такая большая, напишите, пожалуйста, как вы используете средства, это как вы применяете, в каких целях, в чем он вам помогает. Может быть, у вас какие-то есть специфические его истории применения. Вот этот бальзам, он очень хорошо продается вот именно на историях. На том, как его вот именно каждый человек применял именно в конкретных каких-то ситуациях. И, скорее всего, это будет не последнее мое такое видео об этом средстве. Я, возможно, еще нарою, накопаю, возможно, с кем-то поговорю или сделаю интервью, как другие люди пользуются этим бальзамом, куда они его применяют. И это не единственное, да, сейчас видео, которое вы видите, потому что это уже второй видеоролик, и когда я готовила первый видеоролик, это был больше такой рекламный, да, и в нем нельзя было так подробно рассказать об этом средстве, сейчас я рассказываю о нем подробно, и подготовлю еще ряд видеороликов, связанных с этим средством, потом вы посмотрите, потом я обязательно сюда его выложу. И всем большое спасибо за внимание, за просмотр, всех очень люблю, целую, всем пока-пока.